Здорово, чуваки, и сегодня мы с вами в очередной раз будем ловить читеров. Поехали. Посмотрим, попадется ли нам чистый чувак или все-таки с какими-нибудь сторонними ПОшками. Окей, карта у нас кэш. О, с самого первого раунда. Неплохо, видимо, его может на разминке хотя у него ничего. Нету никаких киллов, ничего даже. Он особо и не закупался, видимо, как я в большинстве случаев просто проебланил разминку и все. Окей. Тут, конечно, не особо показатель, читер он или нет. Окей, поехали. Наш дососпик закупил тег и зачем-то своего тиммейта ударил ножом. Долбоеб. Окей, все они идут походу на раш, а? Два КТшника идут в мид, один пытался встретить из мейна, пропустил. И КТшники стягиваются на апу. О, с ножа. Нормально. Так, ну что-то по стрельбе не то. Как у меня случае. И Донки ему помогает. Последний у нас остается в мейне. Там двое тиров его заберут, скорее всего. Нет, смотрите-ка. Живучая подкуда. И он его сейчас заберет, да, в голову. Окей. Второй раз закупает он уже армор и калаш. И... так. Что происходит? Чё, блядь? Ты ёбнулся? О, понятно. Ясненько. Друзья, нам повезло. Мы попали на читера. Блядь. Что вообще происходит, когда он смотрит? Тут еще и Банихол, по-моему. Хотя ладно. Тут особо так не поймешь. О, пошло. Что, блядь, происходит? Почему он смотрит в землю? Ладно, допустим, упустим этот момент. Блять. Остается 2 в 2 его тима. Ну, естественно, наш десаспект, скорее всего, сейчас этих двоих в голову-то заберет. Или Донки. Ну вот 1-1 остался и. Сейчас это будет изи фраг. Блять, мне даже неудобно смотреть, когда ты, сука, так вертишься. И. Момент истины. Нет. Наш КТшник пошел сейвить. Ну, в принципе, нормально. Я бы, наверное, то же самое пошел бы делать. Но единственное, что, по-моему, у него ВХ не было. Здесь только вообще какой-то непоебенный АИМ. С какими-то там непонятными расфотрами в пол. Вот, блядь, что вот это вот? Я ору просто, блядь, такими еще играют. Почему его не кикнули? Или наши теры думают, что а, им не победу затащит, ура! Пиздец. Ведь если его забанят, он победу не засчитает. Да, он, блин, а лучше без читеров играть. О. Классно так, наверное. Я прям пол карты не вижу, правда. То, что... сука, гребаный, блядь, асфальт. Окей, шестой раунд. Пока что ничего подозрительного у него я не вижу. Да, террористы победили, те решили сдаться. Ну, наверное, правильно сделали. Окей, ну, в прицеле... так, стоп, в обнаружении ничего не было, это было... так, этого не было, а вот это я на самом деле не знаю, другие вспомогательные средства... с чего он там, не знаю... мне кажется, там ничего такого не было. Тут только было им. Очень странный, правда, но... все же, ладно, короче, на этом все. Всем спасибо и всем пока.